Искусственный интеллект помогает мельницам 12-й фабрики в Удачном работать эффективнее. Над ленточным конвейером установили систему определения гранулометрического состава руды. Камера с машинным зрением в реальном времени анализирует фракцию, состав и размер кусков породы. Эта информация помогает определить нужное соотношение крупных и мелких фрагментов сырья, поступающих на мельницу, чтобы она работала не вхолостую. Тем самым позволяет более качественно подавать исходную руду в мельнице и за счет чего повышать производительность мельниц. Подобную систему, только немного другого принципа действия, будем устанавливать. В настоящее время происходит монтаж ее над соседним головным ленточным конвейером номер 2. Только там будет использоваться технология не машинного зрения, а технология лазерных датчиков. Система с лазерными датчиками также определяет состав руды. Специалисты удачинской фабрики сравнят две технологии и определят, какая из них более эффективна.